Привет, я Наташа. И мой канал, который называется «Мама Наташа». Ну, догадались, что у нас? А у нас мукбанг на даче. Наконец-то я сделала это. Яна, главный роли, главный спонсор мукбанги, это Яна. Она их жарила. Это шашлычки на решетке, правда, не на шампурах, а на решетке. Шашлычок из грудинки и шашлычок из курочки. Представляете, как это вкусно. Ой. Яна уже ест, а я все еще у нас вместо... А я все вот вам рассказываю, самой чекут слюнки. Вместо хлебушка у нас сухарики. Также овощи. Лук. Молоденький чиполинка. А кетчуп у нас также со зеленью. Еще у меня зелень-то. Петруш, укропчик. А в качестве напитка квасок. Ну что, начнем. Давайте откроем квасок. Ай-яй-яй, кто бы еще открыл? Никак, Яна. Мама не откроет квас. Ну ладно. Другая сторона. Вы меня простите за это. Ты не в ту сторону открываешь. Да? Да. Вот так вот. Никогда неправильно открываю квас. Конечно, интимный мукбанг у нас с вами не получится, потому что я не одна. Может случайно проехать и машина. Могут зажуметь соседи. Ну. Либо Яна тут сидит. Яна тут сидит. Ну давайте быстрее. Смотрите, давайте начнем. Я даже не знаю, с какого кусочка начать. Еще лучок. Кетчуп какой у меня с зеленью. Вы чувствуете, как это вкусно. Как это обалденно вкусно, даже не хочется ничего говорить. Грудиночка. Лишний жир вытек. Я накушаю только курочку, да? А там косточки вкусненькие еще. Вот надо взять. Обалденно вкусно. Кто-то мне заказывал мукбанг с горохом. Вова, пока еще, гороха пока не хочется. У меня есть салфетки, чтобы вытереть руки. А хочется миска. А еще у меня есть маринованный лучок. У нас, кстати, первый день хорошая погода. Вчера не знаю, какая была. Я вчера работала. Ну, так, более-менее. А сегодня солнышко. А время уже, наверное, 6 часов, да, или? Не знаю, какой сейчас. Да. Давайте попробуем курочку. Дурочку. И я наш шашлычки супер. Не знаю, как это назвать, это на решетке. Или мангале. Шашлык? Шашлык. И мы не стали делать шашлык, грудинку тоже пожарили на мангале. Но даже вкуснее, чем на шампурах. И она хочет что-то подглядеть. Я кости есть не буду, поверьте.
Видим зелень. Как вкусно, да, Яна? У нас еще целая тарелка. До завтра нам хватит. У меня еще салфетки. Я только соль не взяла. Я люблю овощи макать в соль. Но мы будем без соли. Эх, Аня, зря не приехала. Как вкусно. Ян. Девочки, извините, вы упали. Вы упали, мои хорошие. Девочки, мальчики. Но мы не будем это убирать. Была маленькая авария. Сейчас опять упадет. Мы упали. Представляете? Я не знаю, как свет-то. Я не могу здесь этот контролировать. Темно или светло. Не видно. Ну, мы и курочку съели тебе. Давайте еще крутиночку покурим. Кушайте вместе со мной. Это супер-пупер вкусно. Это обалденно вкусно. С вами же богиня Букбанков. Кушаем мы не на улице, а на веранде. Давайте задам вопрос. Не надо. Сколько тебе лет? Не надо мне задавать вопрос. Маму ем. Вы не представляете. Сегодня даже, наверное, обойдусь без всяких историй. А просто буду кушать. Лук жареный, чипалина молоденький, чипалина маринованный. А просто сейчас расскажу. Сегодня добавил видео. Последнее у меня сохраненное видео было. Я его как-то добавила и не обработавшись еще. И случайно выпустила. Я его выпустила уже, ну, как бы давно. Но поставила в экране. Ну, и сразу думала, блин, там ни тегов, ну, вообще ничего не было, никаких обработки видео. Пришлось мне быстренько соорудить и закрыть его в ограниченный доступ. Сегодня его выпустила, а оказалось, что я его выпустила уже там 9 или 10 мая. Поэтому у меня оно не вышло, как новое видео. Вот так вот бывает, оказывается. Не обманешь YouTube, не обманешь. Так удалила. Зачем я его буду удалять? Я так старалась, старалась. Нет, удалила бы и выставила бы по-новому. А у меня нет уже его. Ну, я его накидала. Я сделала SEO. Продвижение в Фейсбуке. Ай, как вкусно. Что еще съесть? Давайте с вами. Я не доела все-таки. Ой, вкусненько.
Лена уже наелась. Лежит, полеживает. А мы пойдем гулять. Да, Яна? Конечно, снимаю в спартанских условиях. Стойку сюда не привезла, принесла маленькую треножку. На чем у меня стоит, я даже не расскажу. При любом большом шорохе все грохнется. Потому что не всегда неудобно с собой. Мы ехали на маршрутке. Кстати, все, маршрутки битком. Мы даже с Яной сели, мест не было. Едут уже с детьми. Без масок. А, кстати, кто сегодня уже без маски ехал, потому что я забыла дома маску. И в магазинах пускают без маски. Вот так вот. А кетчуп я всегда делаю. Налью кетчуп, порежу зелень. Чтобы он не был очень густой, разбавлю его чуть-чуть водичкой. Если... А я зелень не ем. Да. У Яны отдельный кетчуп. Она с майонезом может помазать. Всегда без ничего я. А я люблю такой. Это все химия. Кстати, кетчуп мы очень редко едим. Между прочим. Мы едим майонез. Сами кетчуп я ем с шашлыком и с пельменями. И то с пельменями мешаю с майонезом. Я вообще не ем. Могу только макароны с кетчупом. И раз в два в году я ем макароны. Вот хочу макароны с кетчупом. И все. Так что одного кетчупа нам хватает на 3 года. Ну нет, вот это мы быстро израсходовали. Обидение. Давайте еще чапаринка закусим. Молоденьким. Очень молоденьким чапаринкой. Закусим сухариком. И последний кусочек. Хватит уже. Остальное я понадкусываю, как обещала. Я знаю хитрость. Вы знаете, что не съесть, то понадкусывать, и это все будет ваше. Но очень вкусно. Обалденно. Кто любит сало? Вегетарианцам не смотреть. Все было очень вкусно. Это я понадкусываю без вас. А это тоже. Все, всех люблю, целую. Пошли мы гулять и скидывать. Ну, навряд ли, конечно, мы скинем то, что я сейчас сегодня искушала с вами. Все, всех люблю, целую. Заходите в гости, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. Пока-пока. С вами была я, мама Наташа. Чмоки-чмоки.